Замість ЄС нове утворення. Італійська газета «Корі Делла С'єра» із посиланням на власні джерела повідомила, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити інший політичний, економічний та військовий альянс, який стане альтернативою Європейському Союзу. Мовляв, вперше озвучили цю ідею на зустрічі із Зеленським у Києві ще 9 квітня. І нібито основою блоку мають стати країни, об'єднані недовірою до Брюсселя, а також реакцією Німеччини на військову агресію Росії. А саме Україна, Велика Британія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, а пізніше має доєднатися і Туреччина. Що це? Черговий інфовкид чи вихід із глухого кута? Говоримо із політологом-міжнародником, із Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, вітаю вас. Здравствуйте. Ви, мабуть, також чули вже зараз, давно була, насправді, за інформацією журналістів із Італії, ось ця інформація з'явилася ще 9 квітня, але от зараз вони почали це все обговорювати. З вашої точки зору, чи міг запропонувати щось подібне Борис Джонсон, чи все-таки це якось виглядає дещо неправдивою інформацією? Чи все ж таки може бути і такий варіант розвитку подій? Спасибо за вопрос. Я вот только неделю назад приехал из Европейского Союза, где налаживал сотрудничество с гуманитарными хабами в части волонтерства, помощи украинцам в Украине. И могу вам точно сказать, что я не вижу пока тенденции к расколу в рамках Европейского Союза касательно поддержки Украины. Да, есть разные мнения внутри Европейского Союза, чем и как и где закончится война. Но полная поддержка Украины на политическом, гуманитарном, экономическом уровне на сегодняшний день присутствует. Поэтому вот эта информация, которая сейчас появилась, якобы связанная с позицией Бориса Джонсона, она, с одной стороны, логична, когда мы говорим о том, что есть страны, которые более активно поддерживают Украину, а те страны, которые менее активно поддерживают Украину, они все-таки ее поддерживают. Но прям дословно воспринимать вот эту возможную инсайдерскую информацию от итальянцев не стоит, поскольку она в себе содержит элементы раскола внутри Европейского Союза. И если эта информация, допустим, достоверна на сегодняшний день, то она говорит о том, что внутри Европейского Союза возможен или теоретически допустим раскол политический. Я его не вижу на сегодняшний день. Поэтому пока идет война России против Украины, пока Россия пытается влиять на ситуацию в Европейском Союзе, в том числе через Украину, я не думаю, что может быть какой-то раскол. Да, рано или поздно мы увидим, что будет создаваться новая группа стран в рамках Европейского Союза или на границе Европейского Союза. Туда будут входить Литва, страны Балтии, Польша. Я не исключаю, что может присоединиться Румыния, естественно, Украина и союзники из Атлантического альянса, например, США или Британия, и Британия, например, только без США. Сейчас рано об этом говорить. Но этот союз, он будет направлен на усиление обороноспособности всех западных стран. И на передовой этого союза будут, естественно, те страны, о которых вы сказали в начале сюжета. Тобто тут ми можемо теж, якщо це все ж таки неправда, то зараз можна побачити і руку Кремля також в такому, бо дуже багато зараз з'являється інформації, яка якраз спрямована на те, аби показати Європі, що вона, мовляв, не монолітна і вона не єдина. І це ж не один такий приклад, який ми можемо зараз побачити також. Без сумніву, одна із задач гібридної війни России против Европейского Союза, а именно против Европейского Союза, мы можем говорить о гибридности, поскольку против Украины идет настоящая война, то одним из элементов такого является несение раскола внутри Европейского Союза. И Россия за счет возможной затяжки войны, то, о чем говорят украинские военные, то, что идет война на истощение, Россия пытается изменить позицию некоторых европейских стран в части поддержки Украины и в части отношений к России, собственно, некоторых европейских стран. Поэтому очевидно, что и в Европе это понимают, и в Украине это понимают, и в странах дальнего зарубежья это понимают, в США и в Великобритании. Я не думаю, что эта стратегия России каким-то образом в ближайшее время принесет ей дивиденд, поскольку очевидно, что чем больше Россия ведет себя открыто, жестко по отношению к Украине и другим странам, тем очевиднее необходимость поддержки Украины финансово, военным образом со стороны тех стран, которые пока еще, извините за выражение, отсиживаются, пытаются переждать войну. Очевидно, что на сегодняшний день переждать не получится. И если некоторые европейские страны не определятся в части большей необходимости поддержки Украины, то рано или поздно война может коснуться и других европейских стран. И Польша, в странах Балтии, как нигде понимают серьезность того, что война может выйти за пределы Украины. Поэтому уже сейчас, я закончу важную мысль, уже сейчас страны Балтии или страны вот этой Балтийско-Черноморской оси, я бы так сказал, они уже формируют большую поддержку Украины и увеличивают возможности совместной обороноспособности. Я якраз хотіла от про країни, теж, які відносяться ну, і до Балтії, але значно північніше. Учора, власне, в Києві була прем'єрка Фінляндії. Її так само, як усіх вже традиційно, відвезли на північ Київщини для того, щоб побачити, які звірства чинила, власне, Росія. І от ну, домовилися про багато що, а сьогодні вже в інтерв'ю для видання, коли повернулася вона додому, вона сказала про те, що не бачить якихось причин для особливих умов вступу України в Європейський Союз. Тобто вона не бачить причин якихось чи умов для того, аби Україна за спрощеною процедурою могла отримати там кандидатство чи навіть ну, стати повноцінним учасником цього Союзу. Як це нам розцінювати? Смотрите, я думаю, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз уже решен с точки зрения перспективы. И напомню, что, если не ошибаюсь, 23 июня должен быть саммит, на котором Украине должно быть предоставлен статус кандидата, подчеркиваю, кандидата на вступление в Европейский Союз. Я не вижу сейчас, как эксперт-международник, как человек, который был несколько недель в Европейском Союзе, тенденций к расколу внутри Европейского Союза по поводу необходимости предоставления Украине статуса кандидата. Да, после предоставления статуса кандидата, то есть уже после 23 июня, возможны различные политические, экономические, региональные, геополитические интриги по поводу того, что нужно ли предоставлять Украине статус в Евросоюзе в качестве уже полноправного участника, либо нужен какой-то другой особый статус. Я напомню, что Кипр, который был в свое время атакован Турцией, 37% которого были оккупированы Турцией, вступил в Европейский Союз. То есть причин или прецедентов подобного характера можно найти достаточно. Но мне кажется, что учитывая последние тенденции и заявления Бориса Джонсона и лидеров стран Балтийско-Черноморской оси, Анджея Дуда, президента Польши, многих других, мне кажется, что гораздо более серьезнее и более перспективнее будет создан союз, не противовес Европейскому Союзу, а, возможно, в рамках Европейского Союза или на границах Европейского Союза, который для Украины больше принесет пользы в военном, финансовом и экономическом плане, чем ожидание полноправного членства в Европейском Союзе. Я напомню, что мы живем уже другими категориями не теми, которыми мы жили до 24 февраля, когда часть общества там ждало ясности от европейцев, когда мы вступим в Европейский Союз. Сейчас Украина в значительной степени диктует некоторые условия, касающиеся вопроса международной безопасности не только в Европе и в мире. И от того, как закончится украинско-российская война, европейцы и Запад в целом будет решать свои вопросы безопасности. Поэтому реалии уже другие, и Европейский Союз уже другой, и границы Европейского Союза уже другие. Поэтому я убежден, что в ближайший год, максимум год, будут созданы контуры нового Балтийско-Черноморского Союза. И от этого союза зависит будущее безопасности европейских стран. Ну и, мабуть, Украина від цього не втратить. А что наименьшее будет? Без сомнения, ну, для всех и для вас, как не для специалиста по международной безопасности, и для меня, как обычного гражданина Украины в данной ситуации, очевидно, что Украина будет играть ведущую роль, подчеркиваю, ведущую роль в новом Балтийско-Черноморском союзе, и она будет primus inter pares, то есть первая среди равных. Вам дуже дякую, пане Андрію, і за позитив, і за те, що насправді треба все ж таки дочекатися офіційної інформації, яка буде вже наприкінці червня, і зможемо тоді оцінювати вже справді настрій не по якихось вирваних з контексту речей, а таки, як офіційно все буде відбуватися.